Азербайджанские военные сбили вертолет Ми-24, который пытался атаковать их. До сих пор представители Нагорно-Карабахской непризнанной республики не могут получить доступ к месту крушения. По предварительным данным, погибли трое военнослужащих. В Баку заявляют, что вертолет принадлежит Армении. В Ереване отмечают Ми-24, собственность Нагорного Карабаха. Мы не можем никак подойти к этому месту, потому что оно очень сильно обстреливается. Азербайджанские войска не дают нам возможности подойти. Нагорный Карабах – непризнанная республика на границе Армении и Азербайджана. Юридически территория подчиняется Баку.